Несколько что-то изменилось, я вот проверял, в хорошую или плохую сторону, но вроде, ладно, пока все нормально. Так вот, всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, сегодня у нас бритье, я бритье опять необычное, да-да-да-да-да-да. Ребята, на самом деле меня просто нервоз прошибает, потому что станок сегодня будет такой, что пипец, и неизвестно, чем это кончится. Хороших отзывов об этом станке не видел ни одного, плохие, да, были. Как и в сети, так и в комментариях под видео. Ну, чем в реале это закончится, я не знаю, узнаем в конце видео. Ну а сейчас вы на крупный план и смотрите подробно, тем более, что есть сегодня, что посмотреть, и мыло у нас сегодня будет интересное. Знакомьтесь и догоняйте. Только что принесли с офиса вот такое вот лезвие Q-Shave. И оно было в посылке от Барбонова Олега Златоуст. Олег, спасибо тебе огромное. Покладу его в коллекцию, обязательно еще погоняем. Кишевовские были, вот такой коробочки, я вот не помню, по-моему, таких еще не было. Спасибо тебе огромное. Ну и к основной теме нашего сегодняшнего обзора. Сегодня обзор состоится благодаря Андрею Дружинину и Лизе, нашей замечательной семье с Дальнего Востока. Андрей, привет, Лизонька, тоже привет. Ребята прислали вот такой станок Сайвер. Ничего хорошего я о нем не слышал. Ругать? Да, ругали. Хорошего? Никто ничего не говорил. Но давайте сами попытаемся в этом во всем разобраться и по порядку. Коробочка компактная, вы сами видели, в дорогу такой брать одно удовольствие. Плюс ко всему внутри еще есть паспорт, где в стихах и в песнях расписано, что это станок пятисоставной. Да, ребята, ну если можно так сказать, конечно, потому что ручка делится на две части, плюс верхняя и нижняя плита, а посередине еще будет прокладка, то есть как бы пять частей. Верхнюю часть рекомендуют класть поломанное пополам лезвие. Мы его, наверное, попробуем и так, то есть во всех вариантах. Ну, паспорт вот такой, по ГОСТу 99 года, это было сделано в России, уже в России, уже не в СССР. Завод «Контакт», Яшкар-Ола, Карла Маркса, бла-бла-бла. Давайте познакомимся с самим станком. Если говорить за его все пять частей, то не на рисунке, это будет выглядеть, наверное, вот так. Вот шестая часть еще есть, если уж так быть предельно точным. Вот тут заяц пытается что-то подсказать. Общие характеристики станка. При длине ручка. При общей длине 76 мм она разборная, как вы уже обратили внимание. Можно попытаться, конечно, ее впендюрить в другую резьбу, но на самом деле все резьбы одинаковые, поэтому как вы будете вкручивать, наверное, решать вам. Тут какой момент? Если вы будете вкручивать не в ту резьбу, тогда у вас шейка под головой пропадет. Я думаю, что вот так будет верно, потому что, смотрите, здесь все-таки даже сопряжение есть, поэтому будем считать, что ручка собирается именно вот таким макаром. Да, я думаю, это и правильно, потому что здесь, смотрите, видите, под конусы, здесь тоже выборка есть, поэтому если мы ее соберем так, то это будет, мне кажется, верно. Длина 76, как я уже говорил, общая длина станка 91,5 мм, при весе 24 грамма. А вот тут, ребятушки, тут уже предстоит поломать, наверное, все-таки голову. Давайте по порядку. Верхняя плита. Видно, что это литье под давлением, по краям штырьки фиксирующие, помогающие фиксировать лезвие, как у родоначальника жилета. Вот это, но это не алюминька. Сам винт, наверное, все-таки это какой-то металл, и он впрессован в верхнюю часть. Верхняя плита сделана достаточно качественно, мне нравится. Средняя прокладка металлическая, сделана достаточно необычно, с прожилками. Я так подозреваю, это для того, наверное, чтобы лезвие не залипало. Но это, конечно, металл, легко гнется.
не жесть, но что-то вот такое, знаете, легонькое, ближе к жести. И нижняя плита, она у нас уже пластиковая, да, тоже литая, с ответными впадинками под бугорки на верхней крышке. Но и тоже сделано достаточно качественно. Пластик жесткий, не промнете, не поломаете, то есть тут все надежно. Ну и винт дополнительный, который нам поможет закрепить всю конструкцию головы, который мы сейчас и будем использовать. Давайте, наверное, следуя инструкции, вначале переломаем верхнее лезвие. Там же у нас получается, что половинки надо вставлять вверх. Хотя для чего это, я еще не понял, но сейчас, наверное, все-таки по ходу пьесы разберемся. Основное, что меня напрягает, если мы поломаем, а что у нас там будет служить контролером, чтобы мы ровно все это выложили. Потому что по идее это получается. Вот сейчас мы это лезвие выкладываем, да? И для чего его ломать? Так, ну-ка давайте разберемся, я правильно все это понял? Ну да, да. Получается, что ломается именно верхнее. И контролироваться оно будет только боковыми шпеньками, несмотря на то, что разлом у нас посередине, и ничто, что ему будет мешать завалиться вовнутрь, кроме винта, куда он упрется вот средней вот этой выемкой. Да, наверное, ничего не будет мешать. Ну, давайте попробуем тот вариант, который рекомендует инструкция, а потом уже, наверное, может быть, еще и даже свой вариант попробуем. А, ну вот они, те завалы уже пошли, видите, да? То есть он вовнутрь проваливается. И ничего ему не мешает. Так, а если, как все русские делают, забить на инструкцию? И попробовать целое ставить, что у нас получится? Получится что-то вообще или нет? Смотрите, пока получается. А если вот так сейчас накрыть, и опять получается. А в чем я проигрываю? Ну, пока не пойму. А в чем я выигрываю? А выигрываю в том, что мне не надо равнять лезвие, оно само равняется, так как оно монолитная конструкция. Ну, давайте, наверное, все-таки пока забьем на инструкцию. Я попробую взять еще одно лезвие и поставить уже по-своему. Ну а потом впоследствии, если коровище начнет хлестать во все стороны, значит, надо было думать все-таки за инструкцию. И укладываем второе лезвие. Почему рапира? Ребята, объясню. Я, наверное, все-таки решил прислушаться к тем ребятам, которые очень ругали этот станок. И там кричали: «Ой, ты что такое там, дно пробило там, дарам-дарам-дарам». Ну, короче, ругали. Ну и что-то как-то это, предупрежден, вооружен, поэтому я решил взять самые мягкие лезвия, которые у меня есть в доступе. Ну и плюс ко всему я их еще знаю. Так что сплошные плюсы получаются, да? Что у нас тут за хрень такая вообще выходит? Сегодня еще пасмурно, я тут еще ничего не вижу. Так, у нас канавки пока не попадает. По каким-то причинам здесь попало, а там нет. Это что? Это то, что мы не поломали лезвие, что ли, или что? Что тут сейчас играет? Вот смотрите, тут спинка сейчас явно упирается. А если продавить? Не надо сильно. Здесь оно заходит. Нормально? Нормально. Везде вошло. Везде вошло. Вот. Теперь и тут везде вошло. Теперь в собранном состоянии попробую закрепить. Вот теперь уже лучше. И вошло? Вошло. А здесь что такое? Хлопцы, ну я не вижу, чтобы здесь что-то сдвоенное выходило. Что-то, мне кажется, они в одну гармошку слепились. Так, сейчас я все-таки возьму большой глаз, так не вижу нифига. Итак, парни, большой глаз мне подсказал следующую картину. Смотрите, нижнее лезвие лежит нормально, вполне себе, а вот с верхним-то главные вопросы есть. Мало того, что оно только посередине лежит параллельно, по краям оно выгнулось,
так еще оно и сбоку, если его посмотреть, оно выходит гораздо дальше, чем нижнее. И всю теорию двухкассетника, который, в принципе, должен был изобразить этот станок, оно рушит. То есть, получается, все равно будет с одним лезвием, потому что то, которое нижнее, оно утоплено, а то, которое верхнее, оно выходит наверх. Поэтому, хоть у нас и принято в России частенько забивать на инструкцию, в данном конкретном случае я считаю, что это нецелесообразно. Надо все-таки попробовать с поломанным лезвием. А вот с поломанным это будет еще тот вопрос, потому что как его равнять, пока непонятно. Ну, здесь, допустим-то, я его могу уложить так вот, а-ля примерно одинаково. Ну, а что его убережет, допустим, впоследствии от того, чтобы сместиться? Да ничего. Что оно с успехом и делает? Смотрите, с одной стороны так выпирает, с другой стороны так. И что бедному туристу делать? Поддавливать. Легко поддавливается. Но тем самым я влияю на РК. Но это порнография, ребят. Прощаю удобство клиента и, ну, хотя бы попытаемся, да? Так, ну, второе лезвие. Тут. А вот после укладки второго лезвия тут выровнять, конечно, будет еще та песня. Потому что, как бы ты ни касался, ты будешь касаться уже не одного лезвия, а сразу двух. А нижнее там зачем равнять? Оно равняется автоматически шпеньками. Так, ну, вам-то поди уже и так все видно. А я сейчас, наверное, призову на помощь большой глаз, посмотрю, что там такое получилось. Ну, при ближайшем рассмотрении с увеличением, там сколько, 20 крат, да, получается, что вот эта сторона более-менее нормально легла, и какое-то некое подобие кассетника здесь изобразить все же удалось. А вот с этой стороны все печально. С этой стороны, видите, криво. И по-хорошему это надо все выровнять. Но если я сейчас, допустим, раскреплю и начну уравнять сторону, никаких гарантий, что та сторона порушится тоже. Вот, видимо, одной из причин, почему Север ругают, это, наверное, все-таки вот эта причина и есть. Так, если сейчас вот так аккуратненько, наши руки не для скуки, так, тырц, вот так вот. Металлом по РК, ну это как серпом по одному месту, ну мне же потом бриться, вот. А чем-то мягким деревянным туда лезть, смысл какой? Так, еще раз попробую. Ребят, не получилось выровнять, сейчас вначале я попытаюсь выровнять, а потом вам покажу результат. Ну что ж, парни, результат следующий. Все, я уже накручиваю ручку, потому что я думаю, что дальше подпрыгивать уже не получится, выше головы не прыгнешь. Так вот, смысл. С этой стороны, вот с этой, которую вы сейчас видите, более-менее что-то удалось, и это самый лучший результат, который удалось достичь на этой голове. И тем не менее, он не идеальный, потому что вот справа и слева верхнее лезвие загибается дугой, и ровно параллельно оно идти не хочет, не хотит. Хотя, если, допустим, посмотреть сверху, да, вот смотрите, то вроде как такая довольно-таки приличная картина образуется. Вполне себе. Другая сторона. Здесь все печально. Здесь вот к этим проблемам добавляется еще вот эта проблема. Так как это верхнее лезвие выходит чуточку дальше, чем вот эта сторона, вот ближе ко мне, я пытался его задвинуть при полностью раскрепленном, он не хочет. То есть, вероятно, где-то там во что-то там уперлось и идти не хотит. Я, конечно, могу приложить усилия, но какой в этом смысл, потому что давить, кроме как на РК, больше некуда. Ну и сами понимаете, это танцы с бубном, геморрой, и ну его нафиг. Поэтому принимаю волевое решение, оставляю все как есть, только из уважения к вам. Я все-таки побреюсь вот этой вот стороной, но вот так вот сам для себя, я бы, наверное, вот, а нафига Казибаян, я бы не стал этого делать совершенно. Ну и потом, после первой попытки вот на этом двухлезвеннике, попробуем все-таки лезвие снимем и побреемся просто одним лезвием, как это делают все нормальные люди. Ну вот такая красота у нас сегодня будет, как аперитив, на затравку. Мыло. Мыло у нас сегодня многострадальное Nordic Shaving Company, Финляндия. Не просто оно добралось до России, но тем не менее добралось. Слава богу, и сегодня первое, что я вам хочу показать, это Citrus and Ginger.
то есть цитрус и имбирь. Ну, по сути, лимон и имбирь. Идет в пластиковой петовской упаковочке, как говорят финны, переработанной и жестяной крышечки. Вес крема мыла 80 грамм, стоимость в районе 15 евро. Состав и общие характеристики вы сейчас где-то видите на экране. Ну, гордый флаг Суоми. Молодцы, само мыло. По упаковке очень даже благожелательно, приятно и прям, ну, интересно. Ну, скажем так, кроме положительных эмоций больше ничего не возникает совершенно. По мягкости я уже пробовал, оно реально мягкое. То есть, вот знаете, вот как крем в тюбе, когда вот это вот чуть-чуть тверже. А так-то вот разобраться, что это крем, вы можете только мазнув рукой, потому что внешне это выглядит вроде как мыло настоящее, но нифига, это все-таки крем. Пахнет, ребята, интересно. Все палитры запаха я попытаюсь раскрыть в обзоре. Ну а сейчас давайте посмотрим, что мы там тут вместо кисточки будем чем работать. Ну а вместо кисточки у нас сегодня будет старые добрые яйки, которые на канале уже давным-давно, которые яйки прислали уже давным-давно. Но сегодня я уже заряжаю, не знаю по какому кругу, и ничуть не жалею об этом, потому что помазок на самом деле добрый, добротный, сбитый. По ворсу. Это самый настоящий чистопородный Best Badger. Размеры помазка: общая длина 120 мм, длина узла 56, длина ручки 64. Внутренний душе диаметр 24, здесь снаружи расцветает до целых 27 мм. Ну а вес помазка гордый 94 грамма. Ручка, несмотря на то, что сегодня пасмурно, да, я могу, скажем, добавить свет, но это желтизны добавит, хочу, чтобы вот так вот, нет, все-таки, наверное, включу свет, что же вы не видите нифига. У нас сейчас 3 часа дня, тут такая темень, что, блин, хоть вот сейчас, похоже, или град, или гром, или цунами, что-нибудь такое будет. Хотя нет, в Сибири цунами не бывает, или бывает, но я не помню. Ручка, посмотрите, какая. Это звездная ночь, это галактика, это буйная фантазия, это искры, ну прям по кайфу. Реально хорошая, интересная ручка. Стандартный логотип от компании Yaki Brush Professional. Ну и форму такую вы все знаете, она давно себя уже зарекомендовала в хорошем смысле. И, кстати, это подтверждает отзывы на сайте. У этого помазка стоит пятак. С другой стороны, за его-то цену 27 баксов, а что и не 5-то, вполне себе понятно. Вот им сегодня и побреемся. А заполируем сегодня новой зарей, которая называется Man Energy. Офигеть, какой дорогущий лосьон за целых 156 рублей за 100 мл, который вы можете найти на просторах нашей необъятной родины. Ну, в том числе в Литуале тоже есть, это цена оттуда, по крайней мере. Ну и вот, сегодня им и побрызгаемся. Только будьте осторожны, у него целых 59 оборотов. Ну, чуть послабже дежавюхи, но тоже как бы не хухры-мухры. Вот им и заполируемся. Пошли бриться. На самом деле запах интересный, потому что он, смотри, на гуся пробивает. Но вдруг, ой, бляха-муха, опять на гуся. Ну смотри, добьем прям же. Что ты так порщишься? Несколько мешает тот, блин, зверобойный дегтярный вариант, который наши товарищи финны добавили в качестве пробника, потому что он не в банке, потому что он просто в пакете, и вот снаружи им все пропиталось. Кто тащится по дегтярю, да, ребята, знаете, финны умеют его делать. На него обзор еще не было, но вот здесь он уже присутствует, им пропиталось внутри все, вот так. Поэтому вот если вот в такой банке, это еще куда не шло, а вот если так рассыпухать, то все, отошло, пипец, туши свечи, прям там вообще. Весла суши еще. Но он перебивает вот этот тонкий. Это цитрус и джинджер. То есть цитрус и джинджер, это у нас кто? Имбирь? Да. Ну, я поклонник имбиря только в том случае, если, допустим, готовить на воке. Там с чесночком, со всеми делами. Вот в таких вещах, ну, мне цитрус-то побольше бы нравился. Но здесь как есть, так есть. Так, ладно, давайте не будем тянуть кого-нибудь там за это. За что там будем тянуть? А зачем я сюда воды налил? Это же крем. Не надо сюда воды наливать. Давайте сделаем проще. Давайте, наверное, сейчас мылом умоемся, а потом пришейвик-то и нанесем. Так, мыло помогло маленько. Ну, мажется, ну, легко. На самом деле, конечно, он мягкий, мягкий. Вот так вот. Для визуального восприятия. Я думаю, что для пришейва этого будет более чем достаточно. О, хоть маленький родным запахом на лице запахло, а то он там в банке прям сифонит этим дегтярем.
как Стас говорит, утренним костром. Какой нахрен утренний костер? Это шабаш. Тут кострина натуральная. Ну, хотя, конечно, это как воспринимать, у всех же разные восприятия. Но поклонникам Дегтяря, ребята, финны вас устроят. Вообще, финны молодцы, конечно. Они не первый раз замечены в производстве хорошего мыла для бритья. Ну вот, что будет в этот раз, посмотрим. Нанесли, нам по большому счету сейчас чем заняться-то, бритву править не надо, можно делать компресс, но можно бла-бла-бла, а бла-бла-бла о чем? Тут бриться надо, а не бла-бла-бла. Поэтому компресс и в путь. Ребята, сори, но, блин, вот обычно, когда на компрессе сидишь, какие-то мысли такие интересные приходят. Именно вот в тему там, или за мыло, или за станок, или за помазок. А сейчас нифига ничего не приходит, потому что дегтярь, деготь этот, знаете, он... Но перешибает реально все. И тем более это обидно, потому что здесь запах-то тонкий, он такой, знаете, изысканно нежный. Он какой-то, знаете, как суфле, вот такой, пух, прям вот. Его бы ложками есть и так на хлебушек намазывать, и аккуратненько, знаете, вот как нормальные пацаны сало едят. Так раз так носом пододвинул, к хлебушек укусил, пожевал, и так раз, а потом взял это суфле в сторону, отколол, хлеб кончился, и до следующего раза. А не получается, потому что дегтярь все перебивает, понимаете? Вот поэтому меня и колбасит. Ну, попытаемся разобраться. Прямо из банки даже, вот он все равно дегтярем. Так, ладно, проехали. Помазок. Опять просто намочил, не замачивал, он сейчас в воде находится, вот сколько я говорю. Ну, то есть буквально 5-7 секунд. Стряхиваю. И давайте набирать прямо с банки. Так, по-изуверски. Первый обзор финнов. Образца 4. Я, наверное, сделаю прямо с банки на лицо. Второй запустим с чашкой. Найдем какую-нибудь чашку такую интересную и сделаем с чашкой. Потом, возможно, еще и скатл присобачим туда. Ну вот пока смотрите, что. Пока интересно. Пенка такая появляется деликатная, интеллигентская. На помазке крупнодисперсионная, внутри мелкодисперсионная. Ну, наверное, все. Вот так вот. Даже не сильно утруждая себя. Я обзор Стаса-то смотрел, да? Он там кричал, экономичное, много не берите. Ну, вот сейчас попробую его совета послушать. Ну и посмотрим, что тут сейчас получится у нас такое. Да я не за мыло, по большей части, переживаю. А за то, что сейчас придется вот этим вот двухлезвенником, сейвером бриться. Поначалу. Сам в уме-то просчитываю, прикидываю, какой толщины шкурьи он мне сейчас там начнет снимать. Или вообще там, что там сейчас будет-то вообще? Ну, сразу видно, здесь не хватает воды. То есть того, что мы набрали, сейчас просто обязаны децл водички. И еще вот сюда вот тоже. Сейчас точно могу сказать отличие от мыла Элис Медитериан. Тоже откликается на воду, но не так чутко. Медитериан получается там, знаете, как трепетная лань. Ты ему воду чуть-чуть показал и поплыло все вот такое что-то, знаете. То есть надо деликатно, знаете, знать меру, то есть по чуть-чуть. Не такими шажками, как вот здесь, а по чуть-чуть. А здесь сейчас вот два тыкания в воду вот этим, вот смотрите, к чему привело. То есть это более инертное, оно более такое, знаете, то есть вот тут вот новичку будет легче, тут ошибиться вам будет тяжелее, то есть перебузовать воды. Но вот эта густотень, все равно еще воды добавлю чуть-чуть. Был бы с клинком, сейчас бы с клинком пошел, без проблем. Но мы же помним, у нас там двухлезвенник сейчас, кассетник российского производства по ГОСТам 90-го года. Поэтому хз, что там сейчас будет. Так, ребята, извиняюсь за интим. Я сейчас тут выберу, где не кривая сторона. Так-то не видать нифига. Так. Ну вот это ровное. Там, где лезвие ровно легло. Блин.
что за фигня? Я думал, сейчас будет вот это. Держите меня 100-500, оттащите. А нет. Ну вот первая плюха вылезла. Форма головы такова, что если вот у вас двухкассетником, я до него сейчас могу говорить, потому что на одном лезвии еще не пробовали, он через лобовое как здесь вот залезть. Вот этот горб, который здесь верблюда мешает. Ну, первый проход, знаете, на что похож? Он похож на что-то между 34-й, 69-й, 89-й. Но агрессивнее, чем любая из кассет, которыми я брился раньше. На кассетнике, несмотря на то, что сейчас тут стоит два лезвия, это вообще нифига не похоже. Так, я тут ничего не перепутал. Какая нафиг разница? Угу. Где кривое лезвие, чувствуется сразу. Угу. Ну что ж, под конец слегка загустело. Я уже, ну как тут говорить о поскольжении, если вся морда лица умыли, да? Ну он снимает так, ребят. Сейчас на одно лезвие перейдем, будет, возможно, полегче. Ну и как следствие, пообъективней. Из-за того, что мыло подсохло к концу второго прохода, можно сделать вывод, что любит влагу. Так, ты где кривое? Знаете, оно не раскрутилось. Еще такое ощущение, что там тут внутри что-то такое прям. Конструкция головы такова, что когда ворс маленький на третьем проходе, хочешь ты того или нет, вынужден будешь приходить на бритье от крышки. Так, намочу руку. Ну, сейчас водой смыл практически все, лицо вроде как без пены, но тут мыло дофигаще. Прав был Стас, поскольжение чумовое. Ну все.
С одной стороны, мы разобрались при помощи двухлезвенного варианта. Наверное, сейчас при великим удовольствием и облегчением перехожу на однолезвенный вариант. И посмотрим, как он справится со второй половиной лица. Ну все. Ага. Выгибает лезвие. Вот так, дугой. Жалко, не докумекал, не протупил что-то, надо было на крупном плане вам это показать. Вполне возможно, что может быть это из-за той контрагайки, которая законтрапупила вот это все. Да, сразу отпустила. А что если мы ее совсем уберем? И попробуем просто ручкой. Да, вполне себе годный вариант, без контрагайки тоже можно. Вот так сейчас, пожалуй, и побреемся. Освежим. Ну вы видели, да? Вот сколько она, 4 прохода, и бог знает сколько времени простояла, и ничего ей не стало. То есть стойка нормальная, по сути. Палкой по забору, слышали, да? Я прям слышу, как это лезвие дребезжит. Агрессия увеличилась. Я-то думал, сейчас поставлю одно лезвие, жим-жим пройдет, и будет нам счастье, и полюбим мы друг друга. Нифига. Если он мне на РПЛ сейчас такие финты ушами показывает. Представляете, если бы здесь острое лезвие стояло. Это вообще, наверное, был бы шо пипец. Но здесь он сейчас по агрессии далеко перепрыгнул в 69-ю, 89-ю голову. Интересно, девки пляшут. Намочу еще маленько. Ну все, ребят, однолезвенником выбрался хуже, чем двухлезвенником. Но в принципе я понял, что с этим станком так и что не так. Поэтому я, наверное, продолжать вылизывать себя не буду. Тем более, что таким станком это небезопасно. Наверное, уходим на компресс и заключительное слово вместе с автошейвом-то и разбавим. Все, поехали. Фух.
Это уже, наверное, поднадоело. И про дегтярь я не буду говорить. Ну, блин, он все еще здесь, ребята, и никуда не ушел. Если кто-то будет у них что-то заказывать, и тоже так к дегтярю нормально относятся, ребят, если будете его брать, постарайтесь разными посылками отправлять, потому что фиг его знает, что там будет. Вам все как-то запахнет, и будете потом разгребать, как я сейчас. Хотя, с другой стороны, он наверняка в банке его отправят не пробником, поэтому что, он вонять-то не будет. Итак, Man Energy от новой Зари. Ну, судя по тому, что здесь 69 оборотов, да, или 59, сколько там, сейчас наверняка где-то это появится. Парать-то должно быть. Надо было Костин вариант, что с мордой мокрой лица. Хотя, с другой стороны, я поорать люблю, что мне так-то. Но все равно попробовать-то надо было. Ну, что, хорошо, что. Уходовое, да, есть. Хотя тут трудно сказать, потому что, несмотря на то, что я сполоснулся и компресс был, мне кажется, финское мыло с вами. Оно думает о вас, оно будет с вами всегда. Пленочка такая хорошая. Ну, в смысле как? Я чувствую, что она там... внутренний такой разогрев пошел, знаете. Не снаружи горит, а как будто внутри кожа, там, знаете, электропитание провели в розетку. Турц включили, ты... Я балдю. Вот что-то вот такое. Не пойму, от чего это интересно. От алкоголя просто? Да нет, такого не может быть. А что ж такое есть в этом менеджмент? Или это не в нем, или это связка так работает? Интересно. Но эффект прикольный. Прикольный. Ребята, менеджмент, новая Заря. Его не вчера делают, и про него многие знают. Ну, 160 рублей, 159. Где-то, возможно, даже еще дешевле. То есть, знаете, с копыт сбивать не будет, но это вполне себе нормальный запах за такие деньги. И по уходу вам, скорее всего, это тоже будет нормально, потому что пленка уже липкая, сейчас, скорее всего, вообще пройдет. Поэтому, если так, у вас ничего нет на скорую руку, а вот это, да, что, ну, вполне себе вариант. Нормальный, хорошая штука. Я думаю, любимая вас пилить не будет. Помазок. За помазок, ребята, 27 баксов. Best Badger. 24 миллиметра. В эргономичной ручке. Ну, это рабочая лошадь. Он будет просто пахать. Вы устанете, а он будет пахать. Вот так вот я к нему отношусь. Ну и смотрите со временем, в какого он гардемарина превратится. Распушится хозяйство свое вот так вот, ух. И при всем при том, у своей плотности ничего там нигде никак не теряет. То есть это годный вполне себе инструмент. И вообще, яки молодцы, что вот за те годы, пока мы о них говорим, они стали ценник взвинчивать. Поначалу да, было. То есть вот прошло где-то, наверное, где-то полгода, месяцев 9, они так пумс, ценничек чуть-чуть приподняли, а сейчас нет, держат на одном месте, поэтому вот 27 баксов за Best Badger, да, это хорошая цена. Кто еще не брал, кто еще думает, ребята, вот об этом можно думать, можно думать. Рапира, рапирочка моя, рапилюлечка, РПЛочка ты моя ненаглядная, му-му-му-му-му. Если бы не она, мне бы сегодня точно кирдык. Объясню почему. Сайвер. Мне кажется, это производное от английского сейвер. Сберегать. Не так назвали. Туши свет, недоделанный полностью. Это не то, не сё, не бэ, не мэ, не кукареку, не тятя, не матя. Как там еще? Ну, вот вообще никак. То есть вот. Я бы это не посоветовал никому, новичкам в первую очередь. Ребята, если у вас была бы хоть одна такая вот мысль, бегите. Вы себя угробите этим станком 100%. И слава богу, что получилось так, как получилось. Андрей, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть вот вовремя остановились, молодцы, молодцы. Потому что рассмотрим... Дело не в металле, не в материале изготовления, не в цене, тем более, что он там стоит 100-150 рублей, вообще ни о чем. Дело в самом конструктиве. Двухлезвенный вариант.
Разлом лезвия посередине верхнего, который вам нужно будет укладывать, вас, хотите вы того или нет, вернет в то, что вам придется его ровно укладывать. А как? Вы закрыты уже крышки, вы начнете его подтыркивать только ЗРК, больше никак. И вот мало того, что сама по себе эта операция не очень приятная, так вы еще и лезвие будете портить. И не факт, что у вас еще получится, как у меня. То есть одна сторона получила, другая ну не хочет, и все. И все. Плюс ко всему, даже если вам это удастся, концы лезвия все равно загибаются. Ну и несмотря на это, в двухлезвийном варианте этот станок побрил лучше всего. То есть худо-бедно в двухлезвийном им можно бриться. Ну, не опасаясь причинить себе какое-то членовредительство, живым останетесь. Так по агрессивности, даже в двухкассетном варианте, он, это бархатная 89-я, даже чуть-чуть бархатная 89-я плюс, что-то типа такого. Променял бы я вот этот вариант на какой-то двухкассетник с магазина? Да нет. Те значительно отличаются. Ну и тем безопаснее, всякое разное. Ну, в принципе, как и всеми другими Т-образными, но тем не менее, это не тот вариант. Вот понимаете, вот человек сидит на двухкассетнике, да, ему говорят, а вот смотри, здесь тоже можно. Так если ты дал такой комфорт, который был хотя бы там, и качество желательно еще лучше, чем там, ну тогда да, тогда об этом можно говорить, но здесь же этого нет. Нет. Геморрой? Да, есть. Ну, я выбрился сейчас где-то на 4,75. То есть вот здесь не пробривов выше крыши. Но мне мешало только жим-жим, потому что он шкрябал. Он уже в двухлезвенном начинает шкрябать. И как только перешел на одно лезвие, так там вообще шу-пипец, туши свет. Дело не в том, что это музыкальный станок, а он музыкальный. Дело в том, что его музыкальность проистекает от того, что угол лезвия у него стоит, скорее всего, так, что вы будете не бриться, вы будете шкрябаться. То есть не вот под таким углом, а вот под таким. Ну и в чем тут удовольствие, объясните мне. Да, можно худо-бедно побриться, но а если ты новичок, а если ты первый раз это в руки взял и толком-то еще не знаешь, что куда как, да ты располосуешь себе все это. И ребята, это все с РПЛ. Кто знает лезвие мягче, чем РПЛ, назовите, я не знаю. А если бы здесь что-то чуть-чуть пободрее стояло, и что тогда? Да тогда все. Грустно. Но еще из конструктивных недостатков могу добавить, что даже несмотря на то, что он весь, скажем так, сделан более-менее качественно, вам постоянно нужно будет отслеживать резьбовые соединения, потому что вот на ручке оно все норовит чуть-чуть открутиться. Хотя это алюминька, что тут подкрутить-то 6 сек. Но тем не менее, не продуман, и его нельзя рекомендовать. Теперь я понимаю причину неприятия некоторыми нашими подписчиками, которые в комментариях выходили, говорили, гомно. Вот так, не стесняясь. А у нас дофига народу на канале, кто не стесняется, кто правду матку режет сразу. Ну вот так вот, ребята. Ну так категорично я бы не стал выражаться, но на самом деле станок не кокосовый. Вообще. Андрею Дружинину и Лизеньке огромное вам спасибо, ребята, за то, что не поленились, аж с самого Дальнего Востока прислали эту всю красоту. Я теперь спокойно, с чистой совестью могу сказать всем, кто в бритье говорит по-русски и смотрит наш канал, ребята, не берите. Фигня полная. Вообще. Мыло. По запаху, несмотря на то, что дегтярь все-таки еще тут старается во все стороны, я даже банку сполоснул, но он, зараза, пропитался. Это нежное суфле. Нежное суфле, и я вижу это как мороженое. То есть не то, которое вы, знаете, вот взяли в брикете и скушали, а то, которое вы с вафельным рожком подошли, и дяденька, который на машине тут катается по кварталам, он продает все это. Хотя у нас такого нет, но вот у буржуинов это практикуется. Он пару шариков там говорит, тыр-тыр, или три, чего в пару. И оно слегка подтаяло, уже такое нежное, вы так языком ам, и вот это самое нежное апельсиновое суфле. Ну, джинджер здесь как-то не особо чувствуется, а вот лимонный, да, это вкусно. Да, пенообразование 5, скольжение 5, поскольжение, да, тут его в порядке. Я все-таки вот эту позицию оставил бы еще на уточнение, чтобы, знаете, так прям ух. Но пока, даже на основе того, что вот этот станок, который был сегодня сейвер, не до конца все снимал, можно сказать, что оно тут изрядное. Выше обычного, это точно. Что касается по поводу того, что переплевывает ли он других мастеров, которые были до этого мыла на обзоре, я имею в виду Елену
с Киева и Тойвас Элис Одесса. Ребята, нет, нет, не переплевывает. Не хуже, да, но и, ну, скажем так, я не могу сказать, вот, вот хлопцы, вот смотрите, вот как там буржуин это делает, вам бы подучиться там, вот это вот, нет, нет. Я думаю, что это примерно один уровень мастерства. Но вот в чем мыло вот это вот сейчас уже, можно сказать, однозначно с первой банки превосходит многих. Не сказал бы, что украинские варианты, но многих. Это экономичность. Потому что те скупые движения, которые мы сделали с вами и потом брились на всю Ивановскую, да еще по Москве сколько осталось. Ребята, это точно экономическое мыло. Экономичное мыло. Возможно, частично это объясняет то, что за $15 вам предлагают всего лишь 80 грамм. Не 100, 80. Да, в некоторой степени это чуть-чуть превышает среднюю стоимость. Но по деньгам, так же, как и по вкусу, и по запаху, то есть каждый решает сам, то есть кому это по карману, кому нет. Ароматика. Конкретно в этом я не могу расставить какие-то для себя акценты в работе мастера по ароматике, потому что здесь запах настолько нежный, и здесь настолько грубое вмешательство, которое еще не прекратилось, а которое прям прет от этой банки. Я вот все-таки, наверное, подождал бы кофейный вариант, вот по нему бы судил. Ну и какой там еще образец есть. Но вот здесь, ох, могу сказать, что это хорошо. Ну прям вот, знаете, такой вышак, нет, я бы не стал говорить. Интересно, интересная штука. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда, всегда все будет хорошо. Но если не лень, поделитесь видео, поставьте лукас, поставьте дис, кому-нибудь покажите, кому-нибудь расскажите, ну что-нибудь такое. И вот со временем нас станет больше. Станет больше. И дядюшка Жилет, да, он не заплачет. Нет, точно не заплачет. Потому что они настолько хитрожопые. Я попробовал в гугле забить просто бритье. Я офигел. Наш канал появился только на второй или на третьей странице, по-моему. А на всех первых это Жилет лучше для мужчины нет. И только когда ты ставишь хэштег бритье, вот тогда картина кардинально меняется. Тогда мы уже как бы тут на коне. Мы как вот так они успели просто слово бритье отжать, вот так махом, причем массированно. Ну вот это я что-то в недоумении. Придется поработать в этом направлении, чтобы хоть чуть-чуть бритья и за нами тоже осталось. Ну все, пока-пока, до новых встреч. И в следующий раз будет клинковая. Какая? Не знаю, но постараюсь вас удивить. Я тут кое-что новое придумал. Не я один, но увидите, короче. Все, пока-пока.